Всемирный день окружающей среды. Сегодня особенный день. Всемирный день окружающей среды. И мы, Барбоскины, не останемся в стороне. А как мы не останемся в стороне, Гена? Хороший вопрос, малыш. Мы проведем операцию «Здоровый лес». Уберем мусор, высадим саженцы, подвяжем сломанные ветки. Ага, мы убьем, а потом лес опять замусают и ветки переломают. А мы опять уберем и подвяжем. Вас приветствует Гена. От остальных Барбоскиных меня отличает строго научный подход к жизни. Осмелюсь предположить, что вы знакомы с Ютьюбом. Тогда добро пожаловать на наш официальный канал.